тактическое построение команды на этот матч. И, судя по всему, она явно настроена сыграть от обороны. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры. Тактическое построение команды на этот матч. И, судя по всему, она явно настроена сыграть от обороны. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры. Танцев и Константин Генич. Поскорее бы этот матч начался, ждать уже нет сил. Нельзя недооценивать товарищеские матчи. Это лучший и главный способ проверить состав и дать команде сыграться. Без них ни одна подготовка не проходит. О составе хозяев поля давайте. Перед вами так тоже хорошее решение. Первый удар по мячу, и игра началась. Чистый отбор. Они продолжают идти вперед. Есть что придумать в атаке. И мяч за лицевой будет угловой. Подали мяч с углового в центр штрафной. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Карсдорп. Серж Оливейра. Жордан Веретур. Ну и как такому противостоять?